Привет, ребята! Продолжаем проходить Брисидж. И с прошлого видео я изменил. У меня время в игре 9 минут, но я дошел до той точки, которой я на которой я закончил прошлое видео, и режим игры у меня стандартный. Вот, так что продолжим. В прошлом видео мы сделали хрень, навязанную разработчиками. Теперь нам вроде бы нужно добраться до точки эвакуации. Там 1600 метров. Наверное, я не доберусь просто так, потому что у меня теперь есть характеристики. То есть ешь, пей, дыши. Вот. Наверное, для длительного нахождения в космосе мне нужно что-то создать. Так, защита от радиации. Радиация мне, наверное, не нужна. Мне нужны ресурсы. Объекты, станции, инвентарь. Есть вроде бы, вот, спирт, жажда, температура, опьянение. Не то, жажда. Вроде бы какая-то штука есть, которая пополняет кислород. У меня ее сейчас нет. Как-нибудь создать ее можно? Снаряжение, экипировка, инструменты. Нет. Секатор сделаем. Пускай будет. Ломик у нас есть. Предметы. Спирт. Нет. Как бы так. Не то. Пища, вода, еда. Хорошо, давайте посмотрим, куда мы сможем добраться. С данным количеством кислорода. Или мне нужно делать ускоритель. Стоп. Хорошая идея. Может, попробовать сделать ускоритель, посмотреть, как, насколько он ускоряет меня? Или у меня его сейчас... А, у меня его нет. А где я брал... чертеж? Я вот и не помню. Так, сигарета. А, стоп. Так, это штучка, которую мы сделали в прошлом видео. Где-то должен быть чертеж. Значит, мне нужно исследовать вокруг все. Так. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Да-да. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моей системы. Я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронки. Я научился стабилизировать себя в пространстве, зажав клавишу Alt. Теперь у меня нету таких проблем, как зависнуть в воздухе. Опа, новые достижения. Так, взять металл. Надо просто вспомнить, где мы находились в прошлом... О, вода, отлично. Презерватив. Так. У меня есть секатор. У меня нету кислорода. Но есть обуз маленький. Удивительно, что при таких повреждениях челнок все еще функционирует. Вроде бы получается вот так. Интерком, интерфон. Изучить. Ой, нет. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Надо жить. Ух, еле-еле успел. Так. Обратно пошли. Подышали. Хорошо. А, стоп. Секатор. Двоечка. Добывать. Рулон. Рулон чего? И... А, новая схема у меня. Так. Где я еще был? Я помню, на место преступления я попадал. Так, что у нас тут? Что можно поломать? Приставка. Взять. Сканера у меня нет. Оп. Стандартный гроб всемирного похоронного. Так. Агентства. Вскрытие гроба будет считаться правонарушениями акта вандализма, который... Далеко мне уходить нельзя, потому что умру. Так. А, вот, а это что такое? А это случаем не там я находил чертеж ускорителя? Сейчас подышим. И слетаем туда, посмотрим. Ага. Долго. Как-нибудь ускориться.
Это очень долго. Презерватив, во. Во-во-во. Впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа, вероятнее всего, кислорода. Нет данных о пригодности презерватива в качестве... О, кислородный шарик теперь. Новая схема появилась, отлично. Кислородная свеча. Инвентарь полон. Ой, я не то нажал. Так, где она? Кислород плюс 40. Так, вот так делаем. Оп, все. На троечку. А вот здесь что сделать нужно? Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы... Сломать нужен лом. Повреждённый сканер двери. Можно просканировать сканером, чтобы занести данные... Ого! Так сколько мне ломов нужно, чтобы вскрыть эту дверь? Сканером для экстренной разгерметизации. Так, пойду-ка я сделаю пару ломиков, вложу... Я использовал слово сканер 8 раз. Всё из инвентаря. Ой-ой-ой-ой-ой. Где чертёж ускорителя? Чё это такое? Ледяной шар. Значит, водичка. Ешь, пей, жуй, орбит. Да? Как в рекламе. Так. Кислородный шарик. Запас кислорода. Вода, лед. Предметы. Кислородная свеча. Так, подожди. А зачем? А, увеличить? А, увеличится запас кислорода. У меня сейчас 75 будет 100. Утолщенная изолента. Надо брать, надо делать. Так. Снаряжение. Улучшаем свой гир. Выкинуть. Стоп. А как его одеть? Все, четко. Теперь у меня 100 кислорода. Класс. Так, попить водички надо. Использовать. Еще попьем, я думаю. Голод 25. Нет, пить не будем. Так, выложить надо все. Что места уже не хватает, чтобы собирать спирт. Жажда минус 100, температура плюс 25, опьянение плюс 20. Зачем он тогда нужен? Резина. Питательная жижа. И... Стоп, а ее есть можно или что? А зачем она нужна? Так. Тук-тук-тук-тук-тук, влаживаем. Делаем кучу ломиков. Снаряжение, инструменты. Штучки 4, наверное, да? Ну, короче, насколько хватит, столько я сделаю. Было бы хорошо, допустим, сделал один ломик, а потом его ремонтируешь. Мне кажется, это получше было бы. Так, предметы, экипировка. Рулон, свинцовая краска, алюминий. Я такого даже не находил. Инструменты, предметы, объекты, ресурсы, снаряжение. Где ускоритель? Так. Снаряжение. Погнали. А там радиацию случаем не будет? Детка. На моя мониторе показала сигнал спасательных челноки. Прямо в этой точке. Блин, тяжело это читать, конечно. Так, ломаем. Ломаем, ломаем, ломаем. А это что, может, не нужно ломать? Сканировать. Консоль двери, изучить. Сканер. О, я теперь могу сканер сделать. Круто. Может, и дверь не надо было ломать? А сделать сканер и открыть дверь как-то? Ошибки быть не может. Это рабочая автономная кислота. Необходимо аккуратно извлечь станцию, отвинтив два... Я сломаю что-нибудь, нет? О! Но это уже не важно. Станции больше нет, зато теперь есть примерное понимание, как собрать такую же набор ее деталей и легкий привкус отчаяния. А почему у меня кислород 100? Вопрос. Сломанная кислородная станция. У меня, получается, какой-то чертеж появился. Так, проволочка. А это что такое? Ладненько. Тут недалеко. Стоп, а это что? Ага, это что?
Какие-то меточки. Нет, вот это я знаю. 1600 метров это точка эвакуации, я так понимаю. Это дальше по сюжету идти. А сейчас мы ищем чертежи. Ну как это без ускорителя? Ускоритель по-любому нужен. Так. Это мы все читали, я помню. Это что можно? Лампочку. Стой. Стабилизируемся. Судя по степени разложения, так. Погиб задолго до... Молоток. Молоток в крови, это мы брали уже. Вероятно, испачкался в жидкости, а вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Не понимаю. Не помню я. Где чертеж взять? Может, он в дома у меня там? В этом космолете? Я хочу себе ускоритель, ну потому что медленно как-то перемещаться. Долго. Без него. Так. Ой. Может, валяется где-нибудь. Опа, фризы пошли. Это что? Ткань взять. Так, мои друзья. Это не то, это не то. Может, валяется на земле где-нибудь. Угу. Нету ничего. Ткань еще. Так, ХП можно, кстати, поспавшие... Ой, а что это за пятно такое интересное? Жесть. Так. Что я могу еще создать? Снаряжение? Нет. Инструмент. Так. Кислородный генератор. По большому счету, вывернутая наизнанку батарейка с довольно сложным узором из изоленты. Все это в красивом корпусе и с красивым названием. Можно гордиться и пихать это в кислородные станции. Мне нужен пластик. А у меня же был пластик. Нет? Открыть. Мне же был пластик. Значит, надо слетать подобывать его. Еще что? Инструменты. Сканер. Пластик, металл. Металл у меня там лежит. Ткань. Куча ткани. Пластик, 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 пластик. Так. Стой. Стой. Ай. Все время забываю на Alt нажимать. Так, взять. Батарейка. Пластик. Мне еще один пластик нужен. Еще один пластик. Может, какой-нибудь еще один магнитофончик в космосе летает? Так. Ой. Минус лом. Тум-тум-тум. У меня есть секатор, можно здесь порезать. Оп, резинка. Отлично. А здесь мне ничего чинить не нужно? Датчики сообщают о наличии поблизости хладогеля. Его микроскопические частицы так могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую нарезь, что может привести к уходу. Я понимаю, что подобная картина может вызвать у вас ужас, но все ваши опасения напрасны. В подобной ситуации... Резина, пластик, да. ...стоимости поврежденного скафандра. Агентство Брэссидж гордится своим лояльным отношением к клиентам. Угу. Ничего интересного. Так, а мы вот туда тоже летали. Так, где мой дом? Быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Так. Использовать. Инструменты. Предметы. Так, берем сканер, сразу делаем. Прочность. Какая прочность у сканера? Вы чё? Прочность. Еще пластик нужен. Так. Так, 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 так. Сканер на троечку, кислород на четверочку. О, полетели. А, стоп, у меня полный инвентарь всякого барахла. Контейнер. Лед пускай будет здесь. Батарейки, презервативы, металл. Лампочка. Металл. Ножницы. Угу. Мне пластик нужен. Сейчас летаем туда. Потому что вроде бы в прошлый раз я туда летал. Возможно, там чертеж ускорителя, который мне очень нужен. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень... А, вот, да. Да. Включен словарный фильтр, который будет заменять все. Слово фикарь, а, нет. Слово радость. Судя по количеству...
Стоп. У меня появился рецепт на желтую воду. А желтая вода, как я помню, нужна для создания ускорителя. Так, бедолага, почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало. То ли сбегали и плодились, то ли их специально как кто разводил, не знаю. Но думаю, их тут еще немало встретится. Предлагаю назвать его. Давай. Хоть данный унитаз и не похож на желтоватая вода. Робота. А, нормально. Стоп, а где чертеж? Да я уверен, где-то здесь. Где-то он точно был. Так, куча всего нужного. Это что? Колонка. Пластик. Чикарно. Ткань. У меня куча материалов. Только чертежа нету. Может, он там? В долбане был вроде бы. Нет? Так, это что? Шаурма. Во, ускоритель. Все, отлично. А вот в прошлый раз я не заметил, что он, типа, как терминатор. Спускался в лаву, палец вверх показывал. Так и он в толчке тонет. Все, по-любому создаем сейчас ускоритель. То очень медленно получается. И я уверен, если без ускорителя, мне, чтобы долететь, вот пролететь 1600 метров, при всем нужно очень много кислорода. Открывай дверь. Ты не жената? Я вот нет. Но очень хотеть. Если выжить, мы могли бы пойти свидание. Ты меня спасать? Да-да. Подожди, я ускоритель сделаю. О, он сразу готов. Шикарно. Мне, я надеюсь, его заряжать не нужно. Как он работает? Так. А чем он заряжается? А, у него, я понял. У него типа КД. Понял. Ну, это хоть что-то. Мне уже нравится. Так. Надо попить, покушать, скорее всего. Кислородная станция. Стоп. А я эту штуку делал или нет? Кислородная станция. Я не помню. Наверное, нет. Станции. Так. Самодельный агрегат с батарейками, вырабатывающий кислород на основе гидролиза. Да. Станция воняла бы водородом. Так. И зачем она мне? Я не понимаю. Как по мне, лучше сейчас сделать просто... А где у меня же... Да, чертеж есть. Металл. Кислородных свечей и попробовать долететь до точки эвакуации. Или, по крайней мере, поисследовать. Так, металл у меня должен быть. Топ, так вот металл. А, это как раз и контейнер. Так-так. Надо покушать. Желтая вода. Интересно, почему она желтая. Так, вода... Две штуки выпьем. А есть-то мне что? А что я ел в прошлый раз? А что мне есть-то? Так. Еда. А, лед и питательная жижа. А, да? Так у меня этого добра хватает. Сейчас наделаем еды. Давай. Только места не хватит. А не, как раз. На создание нужна одна штука этого и этого. Они занимают две ячейки. И еда занимает две ячейки. Круговорот. Так. Я думаю, хватит. Выложим.
И сейчас нужно этих кислородных свечей наделать. Для этого нам нужно снаряжение. Где? Да. На всякий случай. Так. Батареек не хватает. Батарейки сюда. Снаряжение. Я не знаю, стоит ли мне сейчас прям туда лететь. Мне кажется, я уже долечу. Это, возможно, по сюжету меня продвинет. Так, ломик у меня все есть. А, стоп. Это что? Схема дрели. Так у меня есть уже. Эта схема, она уже использована. Или нет? Ну, дрель, все. У меня есть сканер, у меня все есть. Так. Ну, полетели. Можно типа обузить. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Наверное, зря я все-таки лечу. О, это что такое? Опасность обледенения? А что, нельзя туда? Что, мне туда еще нельзя? Это что такое? Красивое такое. Система температурного контроля оказалась крайне надежной и работает даже при полном уничтожении челнока, но разбирать и исследовать ее я бы не рекомендовал. Ага. Понял. Понял. Надо на QX-слот поставить кислород. Ой, а я умираю? Я не умираю. Я не долечу. Нет. О. Стоп. Нет, я обратно хочу. Жесть, ничего не видно. А все отмерзнет или нет? Так и думал, мне надо какой-то... А еще и стоп, радиация растет. Мне костюм нужен, да? О, все хорошо. Живем, живем. Живем. Так, чтобы еще поисследовать. Всякие чертежи. Опа-на, а это что такое? Скафандры спасателей похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать принцип работы. Изучить. Фонариков, не требующих подзарядки. Предлагаю совершить с трупом акт мародерства в научных целях. Ой, да зачем мне фонарики? Я и так все вижу. Так. Стоп, мы здесь были. Возможно, я что-то не сделал там, поэтому метка до сих пор стоит. Так, а что? Что я должен здесь сделать? Что? Что я могу? Ножницы. Ну, хорошо. А что? Я задыхаюсь. Я задыхаюсь. Так, это изучим. Возможно, мне это надо изучить. Записка написана женщиной, явно профессионально владеющей пишущими принадлежностями. Я думаю, что за звук какой-то? Что-то задыхается кто-то. Стой. Кислород не вечен. Спирт. В принципе, можно пообузить еще по-другому. Новичок. Препарат «Новичок» разработан при поддержке пенсии. «Новичок»? У меня другая ассоциация с препаратом «Новичок». Ну ладно.
В состав этого уникального препарата вошли такие редкие ингредиенты, как мел, возможно, повышающий потенцию, уголь, вероятно, тоже что-то повышающее, вода, сахар и аскорбиновая кислота. Рекомендовано для лиц, достигших половой зрелости и испытывающих необоснованную боязнь перед близостью даже с самим собой. Неизвестное вещество с подозрительным названием. Новое достижение, Шерлок. А, все, я расследовал, и теперь метки не будет. Расследование успешно завершено. Очевидно, что жертва была отравлена боевым химикатом «Новичок» за измену родине, что подтверждается шифровкой из записки, которую агент потеряла на месте преступления. Здесь явно прослеживается рука спецслужб. Ну точно, это же отсылка. Разработчики игры не русские, случайно? Так, побузили, хватит. Так. И везде меток больше нет. Значит, возможно, чтобы продвинуться по сюжету, нужно все, что у меня есть в этом. Ну, новенькое именно из приспособлений создать. Так. Подвесончик. Хорошо. Фонарик. Лампочка. Лампочка есть. А зачем мне этот фонарик? Ну, я его сделаю, конечно. Лампочка у меня есть. Где она? Была, по крайней мере, вот. Вот она есть. Создать. Рулон, свинцовая краска, алюминий. Да, этого вообще не видел. Ну, рулон-то ладно, есть. Так, экипировать. Ну и чё? И что это такое? Что за стрелочка? А я писать не хочу. Как это работает? Я не понимаю, я отливаю или нет? Как это работает, я не понимаю. Так, давайте поспим. А, голод минус, жажда минус, здоровье плюс. А, вижу. Вижу, характеристики меняются. Вижу. Я вот не понимаю до сих пор, что мне делать. Как мне туда добраться? Костюм сделать, чтобы ни обледенение не схватить и радиации не было. Но я таких ресурсов еще не встречал. Что еще тут у нас? Инструменты. Нет. Объекты. Станции. А я эту станцию-то делал? Нет, вроде бы не делал. Толщенная изолента, алюминий. Алюминий я не встречал тоже. Изоленту-то я могу сделать. Ресурсы. Очищенный металл есть у меня. Батарейка. Так, резину возьму, сделаю изоленту, пойду искать алюминий, что еще делать? Вариантов немного. Ресурсы создать. Кислородная станция нужна. Подожди, а я создал? Нет. Почему она отменилась? Потому что я просто поменял вкладочку. Так, утолщенная изолента есть. Алюминий. Алюминий, ты где? Может, где-нибудь есть на корабле? Так. Ладно, полетели. Искать. Сканер надо поставить. Кислород на четверочку. Собираем лут. Алюминий ищем. А там были? Были. Ускоримся. И там были. А там не были. Алюминий будет, скорее всего, в корабле каком-то. Допустим, здесь. Ластик. Всемирное похоронное агентство Бэссидж арендовало лишь малую часть помещений корабля в рамках рекламной кампании и не имеет к этим товарам никакого отношения. Так.
Ой, а это что такое? Это что? Стой. Магнитофон. Минус. Батарейки сюда. Батарейки нужны. Здравствуйте. Может, алюминий в таких ящиках, может быть? Резина, резина, резина. Кислород. О, что это? Wi-Fi. Хи, 700 метров. Алюминий дайте мне. Отсутствие движения обломков вокруг противоречит базовым законам физики. Либо кто-то забыл про логику, либо это аномалия, образовавшаяся в радиусе разрушенного ядра лайнера. Нужен лом. Так вот лом. Так вот лом есть. Алюминий. Алюминий. Кислород-то у меня заканчивается. Тут должна быть шутка про толстых, но она не влезла в текстовое поле экрана. Причем тут шутка про толстых, не понимаю. О, еда. А, да. Полный инвентарь. Алюминий. Нету алюминия. Мне нужно на базу лететь. А то я не выживу. Что-то я еще просканировать могу. А, да. Сейчас мы покушаем, попьем, подышим, слетаем, попробуем, просканируем там кое-что. Так, я жить хочу. Я хочу жить. Так. Отлично. Живем. Изучить. Это мы изучали уже. Отойти. А ресурсы? Надо делать кислород. Почему отменяется, когда меняю вкладку? Зачем? Ну зачем? Так, может, в справочнике есть какая-нибудь информация? Нет, нет, нет. Свинец. Во, есть. Алюминий. Так, алюминий. Найти алюминий среди обломков, скорее всего, не получится. Зато на астероидах можно иногда заметить залежи блестящего... А свинец? Нахождение, так, технические баки с краской, обломки станции. А, да. Единственный ресурс с серьезным описанием. Свинец активно используется при создании крупных космических кораблей для напыления антирадиационной защитой. Из-за солидного веса перевозка космическими кораблями крупных партий обходится дорого, поэтому свинец редко встречается среди обломков. Способ добычи руки лом. Угу. Технические баки с краской, обломки станции. Презики, вот я не знаю зачем. В игре. Так, ну алюминий теперь понятно где искать. Нам же для объекта станции. Для кислородной станции алюминий как раз и нужен. Так. Ешь, пей, жуй, орбит. Перелаживать мне ничего не надо. Покушай просто. Ням-ням, ням-ням. А воду как добывать? Из льда, наверное. Да блин, я просто хочу попить. Зачем перекладывать в инвентарь мой? Оп-оп. Зато у меня ножниц. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне нужно сделать пару ломиков еще. Ломики. Инструменты. И пойдем добывать алюминий. Ресурсов, конечно, у меня неплохо так.
Выкладываем. Пластика куча. Ткани вообще очень много. Проволока. Изолента. Жижа. Лед. Погнали. Здоровье хилить будем, не будем? Так, привязка на четверку. Погнали. Я думаю, не будем. Так. Где? А, во, вижу. Отлично. Сюда. Это что? А, залежи льда. Не, не то. Не то. Лед? Да не то. Не понял. Алюминий-то где? А вон там что-то такое новенькое. Интересно. Это что такое? О, щелочь. Добывать щуп? А, стоп. А ё-моё, а щуп-то я не взял в этом прохождении. Щуп лежит на кровати вроде как. А алюминия нет. Где алюминий? Алюминий. Мне интересно, а можно ли будет потом починить этот космолет? И передвигаться на нем. Где щуп? Здесь был где-то. А вот он. Новая схема щуп. Инструменты. А, да, алюминий. Батарейка, проволока, очищенный металл. Алюминий где? Вот астероид. А это что такое? Вот, возможно, и алюминий. Ага. Требуется дрель. Боже мой. Я думал, ломиком добуду. Не получается. Не получается. Борода, борода. Снаряжение, инструменты. Дрель, очищенный металл, батарея. Опять батарейка. Я все батарейки потратил. Ресурсы, композитная. Как-то все... Вообще, мне нужно батарейку найти, потому что батарейку я создать не смогу, потому что, чтобы добыть щелочь для создания батарейки, мне нужен щуп. А чтобы сделать щуп, нужен алюминий. А чтобы алюминий добыть, нужна дрель. А чтобы дрель сделать, нужна батарейка. Пошел, короче, искать батарейку. Это что? О. Да не-не-не, мне не это нужно, это что? О, кислородная свеча, ну-ка. Это заберу. Может, еще что-нибудь валяется интересное? Я же все батарейки потратил. Так, мафон какой-нибудь. Ищем. Магнитофон. Ткань. Сюда. Опа. Опять кто-то там. Ты должен стараться не есть. Еда может быть отравлена. И вода, и воздух. И озаботиться. Ясно. Ясно. Она меня, походу, хочет убить. Мне кажется, это не она. Те чупсдики, которые меня сейчас пытают. А я рассказываю историю. О, приемник, батарейку. Отлично. Я полетел. Делать дрель. Дрель. А потом добывать алюминий. Жалко, что... инвентарь. Быстрых слотов только 4. Неудобно. Так. Очищенный металл. Предметы, объекты, нет, ресурсы. Нужно 4 металла. Но у меня есть очищенный металл так вроде, нет? И лежит? О, есть. Дрель, дрель, дрель. Инструменты. Прочность 15. Отлично. Привязка на двоечку. Все. Погнали добывать алюминий. А это что такое? В космосе летает. Не свинец ли? Астероид. Ой. А дрелью? А, не. Не так работает. Нужен лом. Интересно, что там может быть в астероидах? Ого, как это работает, прикольно. А, все.
Можно еще? Я бы еще подобывал. Про запас. Стоп, а здесь, сюда я не летал. Нету там ничего? Вроде нет. Похоже на почтовый челнок. Наверняка он перевозил множество бесполезных вещей, большую часть которых украли еще до погрузки. Так. Блин. Нажимаю Alt-Tab, потому что на Alt у меня стабилизация, а на Tab инвентарь. И табаюсь на рабочий стол. Сюда-сюда. А что тут еще есть интересненького? Опа, контейнер. С ништяками. Алюминий или металл. Презервативы. Очень важная вещь. Ого! Кислородный генератор? О, не зря я сюда прилетел. Так, что еще у нас есть? Все. А что, может раздолбить вот эти можно коробки здоровые? Можно. Сейчас вернусь. Сейчас кое-что сделаю и вернусь. Так. Кислород заканчивается, и всегда музычка такая. Не, музыка прикольная. Нормально. Живем. Объекты станции. Чего не хватает? Утолщенная изолента. А, я выложил ее. Я выложил. Металла, конечно. Ух. Изоленту сюда. А. Нету. Значит, надо сделать. Снаряжение и предметы. Нет, ресурсы. Изолента. Я вот просто не помню, зачем это нужна штука. А вот это как? Это... Так, по большому счету... Стоп. Вот она у меня есть, да, эта штука? Она как расходник, что ли? Жажда плюс 30. Можно пихать... стоп. Я сейчас сделаю кислородную станцию. Вот эти штуки я буду вставлять в нее. Ого. А чё она такая здоровая? На четверочку. Вот эти штуки. Новичок. Ладно. Конечно, места много занимает. Кушать не надо. Короче, выкладываю все. А у меня место закончилось. А есть еще какие-нибудь места, куда я могу выложить все? Что тут у нас? Физика в 50 томах. Редкое издание физики в нескольких томах. В нескольких. Говорят, тот, кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавший все эти книги. А, да? Круто. Я думал, может, там чертеж какой-нибудь интересный будет. Так. Контейнеры есть какие-нибудь? Куда мне все... А внизу? Не, нету. Что мне со всем этим делать? Я хочу слетать туда подобывать. Так, ну допустим, я поел и попил, да? Раз, два. Кислород мне нужен. Вот это мне... Сюда поставить... Пускай стоит. Валяй, отдыхай. Эту штуку возьму с собой на всякий случай. Установить. Да, надо обратно повесить, чтобы не мешалось. Дедушку буду вспоминать. Так.
Хомяк. Ты еще не умереть? Это так печально. Установить. Что это? Ну, нормально. Выглядит как игрушечный. Так, молоток. Ну, давай молоток установим. А он что, станет прям? О, что еще мне лишнее? Презервативы. Зачем они мне? Схема дрели. Да тоже не нужна, я же уже знаю рецепт. Все, будем спать с тобой в обнимку. Схемка. Так, записка тоже. Пускай... Собираю весь хлам. Установить. А что такое? Недостаточно места. Где недостаточно места? Подожди. Чего? Дичь какая-то. Так, препарат новичок. О, сюда. Сюда. Спирт. Не знаю. Сколько у меня ломиков? Раз, два. Наверное, нужно еще сделать. Я просто хочу прям узнать, что в этих больших контейнерах металл. Нужно три металла. Значит, возьмем алюминий. Алюминий выложить. Раз, два, три. Раз, два, три. Сделаем два ломика. Сделаем два ломика. Пам-пам-пам. И еще один. Так, кстати, инструменты, предметы. Щуп я могу сделать вообще? А, да, мне надо щуп еще сделать. Пускай будет. Мне нужна проволока. Вдруг я увижу еще щелочь. За ней сейчас не полечу, но на всякий случай пускай будет. Прочность 15. Все. Угнали. Кислородную... Я вот не знаю, как она будет использоваться. Мне уже интересно. Так, прочность. Вот этот сразу разломаем. Так. Ну, ускорение такое себе. Троечку. И что там за никому не нужная хрень? О, долго я это буду колупать. Оп, а это что? Чемодан. Новая схема. Что-то улетело. И сюда кислород. А это что? Кислородный генератор. Хорошо. Не зря я прилетел сюда. И еще один ломик. Жалко, что они взаимо не заменяются. Один сломался, другой бы встал, да и все. Чтобы в инвентарь не лезть. Утолщенная изолента. Ну, ресурсы. Ну, неплохие ресурсы. Только вот у меня места нет. Так, вот у меня кислород закончился. Если данная станция не взорвется, ваши инженерные способности будут пересмотрены. Рекомендуется исследовать ближайшие окрестности в поисках средств защиты от радиации полета в зону эвакуации. Подожди. А, эту штуку надо куда-то поставить. А зачем? Куда? Что? А куда мне ее устанавливать-то? Всего лишь металл? Стоп. Давай установим. Я хочу установить. И чё? Зарядить. Пополнить кислород. А, да? А чё, прикольно. Демонтировать. Необходимый инструмент демонтажа. Очень классно. И чё? Где? Какой? Дрель? Демонтировать. Какой? Он так и называется, инструмент демонтажа? Или ломом? А, можно ломом.
Я сломал? Я сломал. Теперь я все понял. Мне нужно на протяжении всей дороги поставить их. Я думал, их можно... Вот я бы типа поставил, зарядился и обратно забрал бы. Но нет, так нельзя. Печально, опять надо делать. Только вот куда это все ставить? Ой, что это тут у нас? Курочка на помощь. Опа, отлично. Только зачем? А, резину. Ради резинки. Не, ну полезная штука, полезная. Только вот зачем? Ну, допустим, да? Видите, там перечеркнутый Wi-Fi. Посередине между ним и базой своей поставить эту штуку, чтобы долететь до туда. Без помощи вот этих штучек, которые с батарейками. Слабо не вечен. Блин, обидно, что сломал. Инструменты демонтажа. Я думал, демонтирую и обратно заберу, но нет. Так. Комбайн. Чемоданы. Так, вместительный туристический чемодан, имевший у каждого пассажира чемодан. Так, чемодан не имеет внутренних отделений, надежных замков, колесиков и выдвижных ручек. И конкурентов. И что делать? Ну. Ну, допустим. Открыть. Так нормально. Так четко. Все, у меня теперь есть еще место. Взять. А его подвинуть можно? О, так нормально вообще. О, будешь здесь стоять. Жалко, что придется опять делать станцию. Объекты. Станция. О. Полетели, установим заодно. Все, больше мы никаких чертежей не нашли, да? Все, погнали. На Wi-Fi. Установим на единичку. И там я не был. Wi-Fi 700 метров. Или был. Если ты суметь взорвать свое тело, вспышка могут заметить спасатели, и ты стать моя героем. О, а корабль-то прикольный такой. Во время крушения челнок был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Краской. Невозможен. Свинцовой. Также не имеет ценности после замерзания. А, да. Жалко. О, а вот видите, как это выглядит? Прикольно. Куда установить-то? Я думаю, здесь где-нибудь установим, да? Установить. Пополнить кислород. Все, теперь я не привязан к своему кораблю. Так. Вот достижение малые газы. Что? Это за то, что я использую вот эту штуку для ускорения, что ли? Малые газы. Чудные. Так, что тут у нас? Вероятный хозяин челнока с краской занимался незаконной откачкой во время крушения, о чем свидетельствует цвет краски на руках. Глаза контрабандиста? Зачем? Что? Зачем мне его глаз? По слухам, контрабандисты могут вскрыть любой замок со сканером счетчика глаза. Сетчатки глаза. Как они это делают, понятия не имею. Но, вероятно, глазами. Надо бы попробовать сразу же. Это вывалилось. Вывалился. Этот вывалился. Ладно. Я понял теперь зачем. О, достижение контрабандист. Ясно. Понятно. Что еще может ништяки? Тут корабль же был. Так, стоп. Надо еще подзарядиться. Где станция? Иди. Нужно подышать.
Опа, зависнем. Не та кнопка. Пополнить кислород. Откуда радиация? Не влезаю, бьет. Стоп, у меня радиация повысилась. Здесь, что ли, где-то? Что это? Сейф является частной собственностью, и факт его вскрытия безразличен для Всемирного похоронного агентства. Всемирное похоронное агентство Брэсидж. Еще и рецепт свинцовой краски. Ну так я скоро могу создать будет новый костюм себе? Крутяк. Резина нужна? Ай, зачем мне эта резина? У меня ее там куча. Не нужна мне. Что еще есть? Интересинг. Не зря прилетел, не зря. Куда радиация? Это что такое? Что это такое? Надо заправиться. Пополнить. Вот узнать бы сейчас, хватит ли мне ресурсов. Костюм. А здесь больше меня ничего не интересует. Здравствуйте. Что это за жижа такая? Интересная. Ладно, на Wi-Fi полетели. А это случаем не радиация? Вот эти лучи красненькие. Radiation. Ну, честно, насчет еды, воды, то, что новая характеристика появилась, ну, именно, за которой следить нужно, буду радиация повышается. Или это за то, что я на солнце? Может, тени она не будет повышаться? Обнаружено большое скопление токсичного красящего вещества. И если найти емкость с данным веществом, можно получить необратимое повреждение мозга, а также улучшить защиту скафандра от радиации. А, да? Радиация очень быстро растет. Я вот не знаю, стоит ли продолжать, но я попробую. Попробую. Это что? Так, свинец сюда. О, радиация падает. Почему? Потому что я... Потому что я рядом со свинцом или что? Где бак с краской? Вот это? И что мне с ним делать? О, требуется дрель. Есть. А что я добываю? Краска. Все? Добыл? Кислород есть. Какая-то краска. Непонятно, зачем нужна именно эта. Но может у нее состав особенный с бифидобактериями. Бифидобактериями. Радиация это растет. Страшно. Дрелью, да, из бака добывать. Круто. А тут что? Опять не то нажал. Так, кислород есть, лом есть. Добываем свинец. Надо было здесь где-то устанавливать кислородную станцию. Ого, ба. А их можно поломать? Не, нельзя. Инвентарь полон. Кислород. Все, надо лететь обратно. Иначе я погибну. А можно как-нибудь вот эту пердежную станцию ускорить?
то как-то не очень быстро я передвигаюсь. Я долечу вообще до станции кислородной. А чё фриз произошел? Странно. Почему, когда я сюда летел, у меня была повышалась радиация? А когда я сюда улетаю, она понижается. Может, это датчик приближения к радиации? Скорее всего, так оно и есть. Так, до кислорода надо долететь. Надо еще одну кислородную станцию сделать. Надо вообще их несколько делать и расставить, чтобы не париться. Так, а я доживу? У меня ж кислорода нет. Ты чё замедлился? Давай, 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 давай. Не-не-не-не-не-не-не. Нет! Блин. Пожадничал. Я долетел чуть-чуть. И что? Товарищ, вы мертвы. Но загрузка последнего сохранения. Последнее сохранение, я так понимаю... Ты снова лгать. Ты здесь, а значит, не можешь умереть. Рассказывать правду. Подтверждать. Да. Да, прикольно. Ладненько. Думаю, на сегодня хватит. Да, немножко долго раздуплялся, но более-менее нашел путь для прохождения. Нашел дорогу. Спасибо, ребята, за внимание. Спасибо за просмотр. Удачки вам и пока.